Крупный Элитмаг интригует своей необычностью. На самом деле суть акции проста. В этот день множество так называемых моберов, то есть участников опроса, задают случайным прохожим простой вопрос. Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку? Вы знаете, где расположена библиотека? Я раньше ходила, была читателем. А детскую библиотеку знаете? Детскую. Спасибо большое. Мальчики. Вы знаете, где находится детская библиотека? Да. Где, напомните, пожалуйста? Пожалуйста, вы являетесь читателями детской библиотеки. И как часто вы ходите к читателям? Каждый день. Так, молодцы. Что вас очень интересует в библиотеке? Какая литература? Какой предпочитаете вы читать? Приключения, войну? Что? Журналы. Ну, молодцы. Какое-нибудь пожелание будет в детской библиотеке? Что бы вы хотели, чтобы там было? Побольше или что? Так, хорошо. Ну, желаем вам успехов, чтобы вы к нам в дальнейшем ходили. Не забывали нас, приводите с собой своих друзей.